Давайте шире. Шире. Сейчас Леди Баг будет проходить по кругу. Ставьте ручки перед собой. Она будет хлопать по ручкам вам и говорить, как зовут ее. Ну, ее зовут Леди Баг, но она еще раз скажет, что вы не забыли. А вы будете в ответ не хлопать по ручкам и говорить, как зовут вас. Договорились? Да. Хорошо. Так, Леди Баг, начинай с именинника. Так. Я Леди Баг. А теперь ты хлопай. Игорь. Я Леди Баг. Арина. Арина. Класс. Леди Баг. Юля. Леди Баг. Алиса. Алиса. Леди Баг. Ваня. Что он делает? Ваня. Давай. Леди Баг. Леди Баг. Так, Леди Баг. Ваня. Молодец. Стой. Она потом привыкнет там и придет. Так, все, я всех знаю. Всех? Всех. Прям всех знаешь. Да. Здрасте. Я Леди Баг. Я Человек-паук. А то скажите мне, какие должны быть супергерои? Я знаю, паук. Сильнее. Видели, настоящая. Так, а еще какие должны быть? Какие супергерои бы? А какие? Чего? А Халк это? Ловкие колеса. Сильные, ловкие должны быть? Да. Смелые, ловкие, сильные. Какие еще? Красивые. Хорошо, пусть не будет так, пусть будут красивые. Еще какие? Качатся. Ну да, сильные должны быть. А, знаете? А рапелинки хорошо должны они держать? Да. Понимаете, у нас бывает такое, я-то на паутине могу там по крыше бегать, а Леди Баг со мной не успевает, она по канату там ходит. Подождите. А это что называется, это нашу суперкоманда собралась? Супергерою? А мы на кулачке. Леди Баг суперкот. Ну, суперкот. Дружба? О, команда будет дружна. Давайте после каждого пройденного нашего задания будем собирать ручку на ручку. Давайте потренируемся, собираем. Все, ручку на ручку. Так, сюда, тут место еще есть. Все собрали. Тут Игорек говорит, что наша команда называется Дружба. Будем на счет три кричать дружба и поднимать руки вверх. Договорились? Готовы? Раз, два, три. Дружба! О, какие вы молодцы, дружные. Это хорошо.